Пришиваем ушки. Обычно ушки я пришиваю, прикладывая их прям вот так, да, плоско к голове, и пришиваю просто за как бы обе стеночки, за обе части, то есть сначала столбиком без накида связываю, и затем уже потом только с этой стороны пришиваю. Тогда ушки, получается, лежат вот таким образом. Здесь я решила пришить ушки, чтобы они стояли вот так. И как мы это делаем? Прикалываем булавочками и начинаю пришивать с задней части ушка. Начинаю с уголочка. В первый столбик ввожу иголочку снизу. И в следующий столбик так, ввожу иголочку сверху, прокалываем и захватываем столбик на голове. Подтягиваем. Снова столбик снизу. Предыдущий столбик сверху и снова один столбик на голове. Столбик, предыдущий столбик за прям обе стенки и вперед. Таким образом, у нас весь шов располагается вот здесь. То есть, если я буду делать вот так, то тогда эта ниточка, ее здесь будет видно. Поэтому только за столбик и предыдущий столбик. По такому же принципу я пришиваю и мордочки, где-то уже на канале есть видео. Так мы пришиваем всю заднюю часть, то есть еще раз пришиваем только вот эту вот одну как бы часть ушка, да, половинку, а здесь у нас остается еще пока не пришитая часть. Дошли до второго уголочка, то есть вот эту всю часть прошили и пришли вот к этому уголочку. И дальше вот таким образом приподнимаю ухо, фиксирую уголок, и то есть между столбиками вот у нас пришитые столбики, вот они, и буквально следующий ряд, то есть да, здесь, чтобы особого расстояния не было, то же самое, один столбик, подтягиваем ниточку, снова столбик и столбик, то есть все то же самое, только с передней части. И потом, когда ушко у нас мы пришьем, вот вывернули его наружу, вот так оно у нас будет выглядеть. И аналогично уже до с самого конца эту часть тоже прошиваем. Все, мы дошли до уголка. Смотрим, как у нас будут выглядеть ушки, одно, второе. Ну и если все устраивает, то соответственно оставляем этот вариант. Мне вот что-то кажется, что одно ушко у меня чуть сзади, хотя вроде бы здесь все ровно, не знаю, как будто одно, хотя тут даже вот по столбикам я посчитала, все одинаково. Ну, в общем,
закрепляем уголок. То есть вот еще тут у нас остался один столбик. Его закрепляем, и нить я уже увожу вот сюда вниз.